Це програма «Паралелі». Я Ольга Ксьон. Вітаю вас на телеканалі «Правда тут». Маємо приємну новину в українському спорті, адже українська шпажистка Катерина Черні стала золотою призеркою літніх олімпійських ігор у Буенос-Айресі. Вона виграла золото, і сьогодні ми говоримо про те, як розвивається і професійний спорт в Україні, і що робити, щоб українська молодь мала змогу безкоштовно займатися спортом, бути здоровими і щасливими в Україні. У нашій студії олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. Сьогодні в ефірі «Паралелей» олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. У 1976 році 13-річна спортсменка потрапляє у молодіжну збірну СРСР. У 1979-му стає володаркою Кубку світу в Японії, а згодом срібним призером чемпіонату світу у США. У 1980 році Стелла Захарова виборола звання олімпійської чемпіонки на Олімпійських іграх у Москві. Того ж року стала абсолютною чемпіонкою світу, виграла срібло на стрибках і бронзу на брусах. Стала 12-кратною чемпіонкою СРСР і багатократною володаркою Кубку України. У 1981-85 роках отримала освіту у Київському національному університеті фізкультури і спорту. Дружина футболіста Київського «Динамо» Віктора Хлуса. Протягом певного часу сім'я жила і працювала у Швеції. У подружжя двоє дітей – донька та син. В Україні проводиться щорічний кубок Стелли Захарової. Вітаю вас, пані Стело, в нашій студії. Ну, це справді приємна новина. Це юнацькі Олімпійські ігри, літні, хоча зараз осінь. І маємо таку радісну новину. Але от на загал, який стан саме професійного спорту, молодіжного спорту в Україні? Если в общем брать, то, конечно, в катастрофическом. Как и везде, во всей стране, во всех сферах деятельности. Да? Спорт – это основа здоровья нации. Но, к большому моему сожалению, о здоровье нации никто не хочет думать и никто не хочет вкладывать в это социальное направление. Прежде всего, об этом должны думать те профильные министры, в которых мы находимся, да, в министерстве. Поэтому то, что сейчас происходит в спорте, как спортсменка я просто смотрю, у меня сердце обливается кровью. До такого непрофессионализма в своей жизни я с этим не встречалась просто. Для меня на удивление, что мы сегодня больше поднимаем темы, те, которые не касаются спорта высших достижений, и поднимаем те темы, которые касаются более те, которые нужны определенным людям. Да? И мы должны сегодня говорить, и нас должны сегодня слышать. Почему? Потому что если мы не будем говорить, спорта высших достижений и юниорского спорта скоро вообще в Украине не будет. Але що вам говорить про те, що ситуація не просто погана, а катастрофічна, як ви кажете? Говорит о том, что я очень часто выезжаю в областя. И я вижу, в каком состоянии находятся сегодня спортивные объекты, где растут наши звездочки. Мы должны акцент ставить на спорт высших достижений. Это основа нашей страны, основа государства, это престиж нашей страны. И когда я встречаюсь с беспределом тем, которые на местах, которые я своими личностными глазами вижу, у меня дрожь по коже просто проходит. Знаете, как электрический ток такой. Так, а что ж вы потому таким что бачу? Разрушено все. Спортивных майданчиков нету, спортивных залов нету. Я уже неоднократно поднимаю эту тему о том, что на местах мы максимально должны мобилизировать себя и отходить от старой системы работы. Что заключается, что такое слово «старая система работы»? Это детские и юношеские спортивные школы, где областным комитетом по спорту, то есть городским комитетом по спорту, отделением, да, выделяются деньги. Значит, это все взаимно связано, где директоров назначают в детских спортивных школах, и директора уже непосредственно принимают участие именно в личностных своих целях, не в целях развития той или иной структуры или того или иного вида спорта, а в личностных своих целях. Потому что взаимная связь идет между управлением
паспорту и директором. Почему назначаются свои люди? Потому что идет личная связь и личностные интересы. Хочу так вы хотите сказать, что гроши идут не на молодь, а они идут совершенно, они идут так, как и везде у нас, и в Министерстве спорта, они идут совершенно в другое направление. Чистая заинтересованность двух кланов, можно так сказать. Почему наши детские спортивные школы, залы, где они тренируются, сегодня в убогом состоянии? И давайте об этом скажем правду, потому что лично своими глазами я эту ситуацию наблюдаю и вижу, что это происходит. На спортивных объектах государственных областях директора используют своих интересов и сдают их кто в аренду, то еще куда-то, и зарабатывают на этом деньги. Еще один момент хочу подчеркнуть и поднять эту тему, и очень остро, чтобы народ знал и понимал, почему ихним детям негде тренироваться и не на чем тренироваться. Директора детских спортивных школ открывают свои фонды при школе, и свои личностные счета фондов отдают родителям, которые еще пополняются на их личные счета деньги. Это получается нарушение закона и дубль-удар. При этом не покупается ни спортивный инвентарь, ни спортивные маты, ничего не делается. Посмотрите сегодня, в каком состоянии у нас стадионы при тех же в районах. Они все разбиты, стульев нету, дыры в полах. Но, вы знаете, я в своем Фейсбуке эту информацию всю даю. И это дается подтвержденная информация не просто так, для того, чтобы мы могли не быть многословными, а рассказать истинную правду, то, что происходит. А від чого, дивіться, від чого це залежить? Тому що насправді ж не можна говорити, що скрізь так, тому що є, я особисто бачила, як реконструюються стадіони. Але дійсно, в одному місці проходить реконструкція, а в іншому це все валиться і невідомо, коли відновиться. Давайте сьогодні візьмемо. Давайте, Коломия раз, Іванка в два. Возле Новгород-Северска 3. И мы задаем вопросы, почему в таком состоянии сегодня? Да, была в Запорожье, там прекрасные залы. Но давайте вторую сторону вопроса повернем. Дело в том, что эти залы реконструируют и строят маленькие спортивные объекты, то есть поля, чисто люди, бизнесмены за свои деньги. И кто-то приходит, и на этом делают себе дивиденды, делают, да, что вот посмотрите, сразу же чиновников огромное количество при бизнесе и кричат о том, что фотографируются и везде себе в камеру показывают о том, что это они сделали. Нет, так не должно быть, так не должно происходить. Мы сегодня должны базироваться, я говорила об этом, базироваться, первое, Национальный олимпийский комитет, федерация и клубная система, как во всем мире это происходит. Но если клубная система, человек создал клуб, да? Да, государство обязательно должно участвовать в чем? В инфраструктуре, то есть строительство спортивных залов, оплачиваемые должны быть коммунальные услуги, все остальное, клубная система, где детишки приходят, живут за счет членских взносов и спонсорства тех или иных небезразличных людей, которые вкладывают и развивают этот клуб. А если грошей на членские внески немає, тоді що? Нет, но это должно все обязательно обсуждаться, и это так функционирует во всем мире система. Ну как это нету, такого не может быть. Минимальные членские взносы есть в федерации, допустим, в любой федерации есть членские взносы, но это так правильно, такого не может быть. Вы сейчас говорите про профессиональный спорт, чи про звичайний, якщо от хочет дитину віддати на клубная система подразумевает и профессиональный спорт. Не бывает такого, что в клубе растет, в клубе же есть от мало до велика детки тренируются, да? Уже мы можем говорить о другом, о том, что если клуб только начинает развиваться, да, понятно, у него и спонсоров очень мало, он только начинает развиваться. Когда уже клуб набирает большие обороты, система работы, допустим, та же школьная есть ассоциации и университетские ассоциации в Америке, давайте возьмем, они богатейшие эти ассоциации, где университеты, которые
принимают на обучение студентов с результатами бесплатно, еще платят стипендию. И когда студент заканчивает уже университет, клубы стоят в очередь, профессиональные клубы стоят в очередь для того, чтобы заключить контракт с этим спортсменом. Значит, есть клубы профессиональные, которые уже выдают тех же олимпийских чемпіонів із клубу виходять. І це так, це ж оттуда йде. І пані клуб Стелла, це дійсно круто, этим. Але як це можна в Україні, якщо в нас навіть на те, щоб наука при університетах розвивалася, немає грошей, а ми говоримо про спорт. Ну, понимаете, это уже... Тобто для наших реалій, от як ви бачите це, щоб це відбувалося? Діло в тому, що університетські асоціації, школьні асоціації в таких странах, як Великобританія, Америка, вже существують около 200 лет. К этому надо идти. І я вам хочу сказати на своєму примірі сьогодні. Я прожила в Швеции, я работала в клубе, я видела всю работу, как производится там, как формируется все там. Я взяла себе на вооружение все. Приехав в Украину, да, прошло какой-то определенный период времени, и у меня клубы уже, клубы гимнастики 10 лет. Я ни одной копейки не получаю с государства и не хочу. Я сама... Содержу эти клубы, родители в членские взносы платят. Так мало того, что мы не бескоштовно тренируемся на тех объектах, которые еще есть в Украине, то есть в Киеве, мы платим аренду, а там совершенно другая система. Вот при школе спортивный зал, при любой школе за рубежом спортивные залы, соответствующие европейскому стандарту. Утром занимаются школьные занятия идут, вечером после обеда начинается работать, функционировать клубная система. То есть клубы баскетбола, волейбола. И там огромное количество детишек, которые бежит и тренируются там. И там в клубе работает 2-3 человека максимум. То есть президент клуба, в этом же лице он и тренер, в этом же лице и он завхоз там и так далее. Ну, я условно говорю, да. У нас же сегодня детскую спортивную школу возглавляют 5 там замов, помимо директора, там масса каких-то еще непонятных людей, мертвых душ на бумаге. Поверьте, это так и есть, и это не просто так. Я за каждое слово могу свое ответить. Вот, так скажите, у клуба, у человека, который сам ищет спонсором, сам развивает этот клуб и заинтересован, чтобы в его клубе вырастали как можно больше известных спортсменов, потому что это тогда рост клуба, и это престиж клуба, и тогда он зарабатывать будет больше от спонсоров. А если говорить про, скажем, все-таки спорт в райцентрах, в селищах, який тут може, в принципі, бути створений клуб? Ми ж розуміємо, що доходи там в людей дуже низькі. Інакше б на заробітки всі не роз'їжджалися. Перше. Як там возможно, бути? Возможно, якщо государство буде оплачувати комунальні услуги в залі, в цьому. От є зал, він вже построєний зал, да? Надо... То в області. Ну, в області же все равно йдуть деньги, гроші виділяються на спорт. Другой вопрос, що ці деньги, може бути, на спорт не доходять вообще, потому що спорт стоїть в області последней строкой в бюджеті. Його як такового ніхто на нього не обращає внимания. Но в областях, в селах есть люди и с более с достатком. Но есть, вот у нас клубы мы принимаем, некоторых даем места социальным детям. Это есть такая система работы. Но, значит, минимальные какие-то членские взносы. И тогда, если клуб не будет платить коммунальные услуги, тогда и клубу будет легче. И я знаю такие клубы, которые люди хотят, говорят, только не мешайте нам. И в тех же селах, и в тех же районах. Вот я была в Новгород-Северске. Ко мне обратился тренер по карате, говорит, Стелла Георгиевна, я клуб открыл. И я сам его как бы развиваю. И я могу это. И огромное количество детишек, мам и пап готовы внести там определенную сумму денег на наше развитие. Я нахожу спонсоров, я нахожу партнеров, которые там кто-то форму купил, кто-то денежку дал на соревнования, чтобы мы поехали. И так функционирует. Люди сами будут раскручивать и развивать. Только не мешайте. Но надо уйти от этого беспредела, который мы имеем внутри. То есть детские спортивные школы, коррупция, свои интересы и больше ничего. И не допускают людей, чтобы открывали там клубы. Скажите, потому что им интересно. Але логика цих дитячих юнацьких спортивних шкіл, вони безкоштовні для людей?
детские спортивные школы, о чем вы говорите? Но это все платится в конвертах, это все не учет денег. Дело в том, что тот же, те же тренеры, которые там работают у этого директора, они ему отчисляют тоже какую-то копейку. Бескоштовно ничего у нас сейчас нету, особенно детский спорт. Но есть это официально, вот как у меня. У меня официально все. У меня счет в банке, дети платят все по счету. Это идет фонд развития наших клубов. Мы покупаем инвентарь, мы модернизируем все, мы покупаем форму и так далее. Там это все делается чисто по карманам, расходится. А формально бескоштовно? Что-что? А формально бескоштовно це? Конечно. Потому что получают тренеры на зарплате, стоят детские спортивные школы, они получают зарплату от тех денег, которые выделяет государство, и плюс они еще зарабатывают на том. И что самое страшное, вот там проконтролировать очень сложно что-либо. Здоровый ребенок, нездоровый, потому что ни медицинских справок, ничего нет. У нас такие случаи бывали, что дети умирали прямо на занятиях физкультуры. Есть такие, и кто должен тогда за это отвечать? Вот это должно быть все легализировано, это должно быть все четко по правилам. У нас ни один ребенок не приходит без справки диспансеризации, потому что ответственность не должен на себе нести тренер. А там этого контроля нету. Как себя чувствует ребенок, что с ним делают там. Вот это самое страшное. Понимаете, когда родители не видят, куда он отдает ребенка и что он обратно взамен получит. Пані Стело, небагато хто знає, що насправді ви в аграрній партії, і ви ще член президії аграрної партії. Да. Чому ви пішли все-таки в політику? Ви думаєте, що з політику, якщо ви будете в політиці, ви зможете більше змінити? Я хочу щось змінити, щось зробити для України. Я 10 років в цьому напрямку працюю. 10 років намагаюся доказати і донести до нашого народу сьогодні, що ми мощна, сильна країна, і ми можемо змінити, і ми можемо кожен в своєму напрямку, як професіонал, принести пользу для страны, и это очень важно. Аграрная партия – это очень мощный сектор, электорат очень. И те люди, которые, я когда пришла в аграрную партию, вы знаете, на самом деле я была очень счастлива, что настолько демократическая партия, что нету вождизма там, и не может быть. Но я немножко ошиблась, к сожалению, с господином Скоциком, который мы выразили недоверие сейчас большинству народа, людей тех, которые делали эту аграрную. Фундамент аграрной партии – это люди. И мне хочется сегодня, чтобы у нас в партии, и оно есть так на данный момент, нету вождизма. Принимается решение коллегиально. Это первая партия, которая пройдет в парламент, и я знаю, что она пройдет, которая не будет вождизма, а принимает коллегиально, мы принимаем все решения. Вы можете залишитися без лидера? Нет, у нас лидер есть, но он настолько демократический, что настолько это приятно работать, что ты понимаешь, что ты не просто там находишься как вещь, которые могут как шашку переставить, в шахматы играешь, да, с одного места на другое. Ты имеешь свое мнение и ты имеешь свою позицию. Ну, вы бы хотели, скажем, очолить Министерство молоді и спорту? Ну, это уже, давайте посмотрим, так, когда. Ні, я абсолютно щиро запитую, ви думаєте про це? Тобто... Я, конечно, я думаю. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что то, что сейчас у нас происходит в Министерстве молоді и спорта, при всей независимой Украине такого безобразия я еще не видела. И когда мы, спортсмены, поднимаем эти вопросы и бьем в колокола, и оно происходит на самом деле, это так, то, что мы говорим, оно происходит, нас не хотят слышать. И те ошибки, которые сегодня допускаются непрофессионалами, министрами в нашем министерстве, мы должны кардинально изменять. Мы не должны сегодня обсуждать и говорить, какой хороший или плохой министр. Мы должны впереди себя видеть, что нас завтра ждет. Ну, мы зі свого боку надсилали запит до міністерства, ми хотіли поспілкуватися про те, що відбувається у спорті, але поки що до нашої студії пан міністр не завітав. Я б дуже рада була б вместе на дискусії попасть на любом каналі, на вашому каналі, мені дуже приємно, на любом каналі з міністром спорту і подискутувати. Пусть він мене не боїться. Діло в тому, що якщо ми в активній дискусії вместе знайдемо общий компроміс і общий язик і принесемо щось хороше і добре для нашої країни,
Это плюс будет не Стелі Захаровой и не министру спорту, а плюс будет нашей стране. Пані Стелло, ну а может в нас дійсно не вистачає грошей? Давайте так гипотетично подумаем. Ну, пенсии у нас по 1500 гривень. Министерство молоді и спорта, при том, что у нас война идет в стране, с позапрошлым годом получило на 33% больше денег в этом году, чем в прошлом году. Как у нас может не выстачать денег? Скажите мне, пожалуйста. Я понимаю, если бы мы были урезаны в чем-то министерство, министр бы вышел и сказал, вы знаете, вот здесь статью урезали, на федерации денег не дают, питание мы урезаем. Но как сегодня спортсмен может пропитаться на 100 гривен? Как? Скажите мне. Но, по-моему, в тюрьме и то больше платят на затратные части. Ну как они тренируются 8 часов в день? Энергии столько тратят? Да у нас столько вопросов. И при том, что у нас на 33%, еще раз хочу повторить, был бюджет увеличен, чем с прошлого, хотя это год не олимпийский. Пані Стело, скажіть, ви б могли все-таки залишитися у Швеції? Чи вас вже настільки тягнуло в Україну? От чому ви прийняли це рішення? Нет, я настолько жила Украиной, я очень получила большой опыт в Швеции. Я очень много впитала в себя хорошего, доброго. Почему я и говорю, мне настолько хочется после себя что-то оставить хорошее и передать этот опыт как спортсменка. Я не хочу себя оппозиционировать и лезть туда, в то направление, которое я не знаю. Да? Я хочу остаться и отдать все самое лучшее, что в меня вкладывали, в меня тратили деньги. Я стала олимпийской чемпионкой. И как человек, уважаемый во всем мире, с которым прислушиваются и считаются, я хочу оставить и передать своей стране. В тому направлении, с которого я выросла. Это очень важно. А у нас сегодня кто угодно, но не спортсмен, возглавляет министерство. Це тому, що у вас такий характер бойовий? Чи, ну, от, скажімо, я думаю, що вам було б там спокійно, ви б собі далі там займалися тренуваннями, так ви тренували, очевидно, підростаючи зміну в Швеції. А тут фактично це постійна боротьба. Я работала преподавателем физкультуры, выучив язык. Я прошла знания в этом направлении. Я работала тренером, педагогом в клубе. Я закончила бизнес-курсы в Швеции. Mm-hmm. Поэтому я состоялась сама как менеджер хороший, человек, который знает и направление пиара тоже так же. Я отработала это все. Я знала полностью все шаги, которыми я шла в Украине сейчас, я полностью прошла на себе, от и до. Я училась. Поэтому, знаете, мне неинтересно стало в Швеции по одной причине, потому что я прекратила свой рост. Настолько там спокойно, как вы говорите, насколько там все размерено, настолько там все идеально, и делается все для работы той, чтобы ты воспитывал перспективных спортсменов. Но настолько это скучно мне уже стало, и мне хотелось очень вернуться своей страной и что-то сделать. Я такой человек по характеру, наверное. Ну, а діти, у вас донька, у вас сын, им там было бы, напевно, легче? Ну, дочка родилась уже в Украине. Да. Когда мы приехали в Киев, мы задали вопрос своему сыну. Ты хотел бы здесь жить, в своей стране? Он сразу, не задумываясь, зная плохо язык украинский, он сразу сказал, мама, я очень хочу здесь остаться, мне очень интересно в нашей стране. А сколько ему уроков тогда было? Ай, он был тогда в 7 классе, и мы начали жизнь все сначала для сына именно, потому что для нас, Виктора, мы обеспеченные люди, мы себе заработали, мы не нуждались, мы люди, которые хотим в перспективе увидеть Украину демократической, европейской страной, и мы приехали сюда для того, чтобы эту лепту внести. Посмотрите, сколько я борюсь, хотя я могла и здесь, в Украине, спокойно, да я и сейчас могу в Швецию ехать, в принципе, нас ничего не держит, да, вот, я сколько борюсь в Украине, и все равно мы идем к своей той цели для того, чтобы изменить, потому что то безобразие, которое мы видим своими глазами, и люди видят, ну это не я говорю, это народ видит, и сколько я с людьми разговариваю, они просят, они умоляют, Стелла Георгиевна, пожалуйста, ну сделайте же что-то. Но я одна, бессильна, это
Ну, зависит, наверное, от политической воли определенных людей. Я готова помогать, я готова вместе идти, и я готова делать все возможное для того, чтобы наша страна была мощная, європейська, красивая і розвита. На цьому можна було б поставити крапку, тому що дуже гарні слова. І все-таки, дайте поради нашим глядачам, от якщо вони розмірковують зараз, в яку секцію, куди віддати своїх дітей, як визначити? У вас двоє дітей, і кожен також для себе вирішував, чим займатися. Я хочу пожелати родителям, ну, перше, що обов'язково, щоб ваші діти займалися спортом. Чому? Тому що це дає стимул і здоров'я вашим дітям. Вторая, самый основной момент в моей жизни, что ни в коем случае нельзя ребенка заставлять делать то, чего он не хочет. Пусть он идет на тот вид спорта, который ему по душе и которым ему нравится. Это залог и вашего успеха родителей, и детей. И миру в сім'ї, і так. Дружби в сім'ї. Дякую, пані Стелло, спасибі за цю розмову. І дякую, що ви прийшли до нас сьогодні. Спасибо. Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стела Захарова була нашою гостею сьогодні. Будьте щасливі і залишайтесь на каналі «Правда тут».